В Омске появится новое кладбище. Город-администрация анонсировала строительство. Сейчас захоронения умерших выполняются только на Новоюжном кладбище в Ленинском округе и на Юго-Восточном в Омском районе. Однако земельные ресурсы почти исчерпаны, поэтому в мэрии разработали предложение по включению нового погоста в адресную инвестиционную программу. Объект появится рядом с Юго-Восточным кладбищем. Предполагаемая площадь 10 гектаров, то есть около 7 тысяч захоронений. Строительство оплатят из средств городского бюджета. Проектированием будущего кладбища займутся в 2023 году. Только на это уйдет 3 миллиона рублей. Приступят к работе в 2024-2025 годах. Идею чиновников уже поддержали городские парламентарии.